Привет, сегодня хочу попробовать что-нибудь вкусненького приготовить. В моем варианте это будут пончики. Ни разу не готовила, но сегодня захотелось. Для этого я беру одно яйцо в комнатной температуре, одну сгущенную банку, муку тоже взяла, вот 500 граммов, разрыхлитель и масло. Все этих продуктов попробуем приготовить. Ну, для обжарки, наверное, растительное масло. Как-то так. Поехали. Так, добавим сгущенную банку. Так. Сейчас же возьмем. В данном случае 3 кубика. Я думаю, вполне хватит. Сахар я не буду добавлять. Ну и муку буду постепенно просеивать. Так. Всю муку. Я говорю, я просеяла всю муку. Теперь надо замесить тесто. Так, сюда теперь добавлю маленькую ложку разрыхлителя. В данном случае две добавлю. Ну, я не знаю даже сюда сколько. Ну, половина чайной ложки, можно сказать. Я бы сказал, если четверть. Два взять. Ну, четверть чайной ложки. Замесим тесто. Капелюшечку масла, чтобы с рук собрать.
Тебе тарелочку дать? Да. Видишь, что? Красивенькие. Первое готово. Слушай, а что ты вначале сказала, что ты пончики чуть ли не первый раз печешь? Ну, такой вариант, экспресс-вариант. Ну, я же помню, пончики были не раз. Те замолотками, там, дрожжевое тесто, а тут вот быстро. Вот, знаешь, ничем не уступает. Запах обалденный, ни грамма сахара. Я уже пробовал. И получается, самый плюс, что они не впитывают масло в лучшем. Так, дорогие друзья. Ну, вообще тарелка шикарная вещь. Вообще я печеньки не покупаю никогда. Вот такие самодельные там печенюшки, пончики всегда выручают. А этот вариант... Я, наверное, уже теперь буду постоянно и готовить, чем предыдущие варианты. Быстро, легко, доступно и ничего сложного. И получается изумительно. Может, у кого-нибудь найдутся варианты рецептов? Напишут? Да, если кто-то напишет свой вариант или как он сделал, буду благодарна. Спасибо большое.